Всем привет! Сегодня мы возвращаемся домой. С Кирюшкой встали пораньше, чтобы пойти на завтрак. Муж с Ивлем спит. Завтракать они не хотят. Муж вообще, в принципе, не завтракает. Мы с Кириллом голодны, да, сына? Собираемся выселяться, и перед выселением хотела бы сделать небольшой обзор нашего номера. Начнем с этого пространства. Это прихожая. Здесь есть обувной шкаф, наша обувь. Далее, что мы видим, это дверь в душевую. Она довольно-таки просторная, жалко, что не было ванны. Следующее, что мы с вами видим, это комната. Здесь спал ночью муж вместе с Элем, вот на таких вот матрасах, одеялах. Здесь есть окно. Окно выходит на балкон, но на балкон выхода нет. Выход на балкон из другой комнаты. Сейчас я вам ее тоже покажу. Элька кушает у нас. Здесь кухня. Я выбирала отель специально, чтобы была кухня, чтобы можно было готовить. Правда, мы так и не готовили ничего, что вчера ходили в ресторан. Здесь гостиная. И здесь тоже балкон с таким вот видом на деревья. И последняя комната – это спальня. Она довольно-таки просторная, светлая, два окна. Это чудесная кровать, она очень мягкая. Люблю отельные одеяла, они такие, как облачко, как будто ты спишь на облачке. Здесь у нас туалетный столик. Вот она я. Вот там вот фен. Ну, а здесь выход на балкон, который соединен с той комнатой. И красивый-красивый вид на горы. А, красота какая! Балкон довольно-таки просторный. Красота! Воздух еще такой свежий. Ну вот и подошла к концу наша поездка. Мы хотели вчера продлить номера, но свободных номеров, к сожалению, не было. Нужно было бы об этом думать раньше. Такие вот дела, так что едем домой.